Нас не хотят завербовать шпионы. Мы не будем делать начинки бомбам. Мы не учимся в закрытой части, не знаем каналы ядерных реакций. Зато мы решаем глобальные проблемы, обсуждаем социально значимые темы. Что делать, если произойдет катастрофа? Да и в мирное время разрулим вопросы. Кому такая жизнь покажется тусклой? Ведь здесь бьют ключом реальные чувства. Откройте рты, сорвите уборы. Какие всем нам открыты просторы? Ветер срывает листья с деревьев, в луже плывут облака. Пацаны смотрят вдаль и верят, все будет спокойно пока. Зацени, социальные пацаны, за моральное здоровье нации. Зацени, социальные пацаны, за моральное здоровье нации. Помощь, карьера, фандрайзинг, страховки, общество, банки, кадры, тусовки. Здоровье, этика, право. И это не все еще, этого мало. Стабильная жизнь, достойная зарплата. Вот в сущности все, что пацанам надо. И так вот год от года мы живем неплохо, заботясь о населении нашего города. Каждый по-своему крут и отважен. Живем мы дружно, каждый скажет, это наша жизнь. И молодость, и старость, социальные гарантии, общая стабильность. И если случились проблемы, с любовью, деньгами, душой, на нас все смотрят с надеждой. Реши.